Всем привет, друзья! С вами Закупыч, это ваша любимая рубрика по ссылочке подписчиков. Откуда приехала эта посылка? Эта посылка приехала от Шкрыль АВ, Самарская область, город Самара. Город Самар, городок. Беспокойная я. Открываю я посылку и смотрю, что там внутри. Ну-ка. Эту посылку жена на почте забирала. Она такая говорит, а что это? Какая-то банка там. Барби написано. Барби, привет. Тебя Барби зовут? Барби. Со всех сторон Барби. Сейчас мы приоткроем. О! Баночка раз. Это баночка Монпасье. Потом тут есть что-то на богатом. И Омега. Омега фиш ойл. Слушай, это, наверное, что-то полезное, да? Это, наверное, для поднятия иммунитета. Что-то очень полезное. И письмецо. Все, больше тут ничего нету. Так, давайте. Арина, сердечко. Арина. Привет, меня зовут Ариана, я живу в Самаре, желаю 1 000 000 лайков, там есть Амогус, там надо выполнять задания, мой канал называется Арик ТВ, подписаться нажмите, Арик ТВ, если я не найду твой канал, то напиши мне, скинь ссылку на него, пожалуйста, потому что, не знаю, получится у меня, ну, по идее, Ариана, Арик ТВ, наверное, редкое название, надеюсь, что я его поймаю, короче, это название. Так, ладно, смотрим. Наверное, с самого маленького начнем. Давайте начнем с поменьше. Вот это, что это такое? Что там внутри? Вау, это, походу, маленькие всякие сюрпризики. Точняк. Здесь, смотрите, попрыгун желтый. Вот такой красивый. Также тут есть... О, это покемон. Это смесь Мьюту с каким-то крабом. Мистер Крабс, который летает, еще Фей Винкс. Это смесь Фей Винкс, Мистера Крабса и Мьюту. Так, тут у нас Фиксик. Вот такой Фиксик убежал, нолик. Потом у нас тут есть куколки Лол. Очень красивая такая нежная. Да, вот эти банки. Есть меч, вот, чтобы колбаску порезать себе. Потом тут есть игра в кальмары какая-то. Или что это? Волна? Да. Это волна. Девочка-волна. Потом тут есть девочка-жук. Че? Это жук же? Нет, это... Кто это? Божья коробка. А, вот ты знаешь песенку про Божью коробку? Нет. Вот если ты нашла летом Божью коробку, она у тебя по руке ползет такая, ты же не будешь убивать, ты хочешь, чтобы она улетела. Да. И нужно говорить, Божья коровка, лети на небо, там твои дети кушают конфеты. Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки. И она тогда улетит. И улетит к ним. Вот. А на самом деле, божьи коровки, они очень полезны, они даже колорадского жука могут съесть. Вот колорадский жук, он кушает картошку, когда люди выращивают ее в деревне. Это, там. Божьи коровки, они съедают колорадского жука. А божьи коровки еще, они это убивают тех маленьких, незаметных. Вот на меня похоже, да? Нет. Тлю всякую. Да. Да, тлю всякую, маленькие микробы, клещей. Загрязняет. Это растения, это убивают растения. Да, вот. Это я. Нет! Кто это? Это из тролли. А, точно. Часть. Большие эти, переворот. Да. Так, металлическая банка, тут написан ее номер секретный. Открываем металлическую банку. Вау, и тут бегемотики. У нас, по-моему, таких не было. Смотрите, это бегемотик в этом, в колесе. Да. У нас еще есть цирк в городе 13 метров. Школа циркового искусства 13 метров называется, Балашиха. И там дети учатся, ну, цирку, типа, ты ходишь туда, как на кружок, как люди, как, знаете, дети ходят на пение, на танцы, а то дети у нас ходят в цирк, то есть они там учатся, там, не знаю, на шторах вот это танцевать, потом крутиться вот в таком колесе. Я забыл, как называется это колесо, то есть это такой спортивный снаряд, и в нем вот так крутишься, видишь, вот так крутишься, и делаешь всякие трюки. Вот, прям в колесе. Очень круто смотрится. Очень прям вообще офигенное шоу получается. Так. И теперь остается у нас Omega Fish Oil.
1200 миллиграмм. Это омега, это очень полезно от аллергии, от всего такого. Вообще рыбий жир достаточно полезен. Омега — это рыбий жир, практически одно и то же. Так, тут что-то... Что это? Выпала какая-то косточка. Ничего себе! Что забрал, верни. Что забрал, верни, что это такое? Угрозы в посылке от подписчика. Мне угрожают. Милана. Верни. Настоящий? Настоящий. Это настоящие 50 рублей. Серьезно, это настоящие. Я давайте, себе заберу. Давайте посмотрим на свет. Вот видите, это настоящее, да, Милан? Вот так. Переворачиваю. Опа. Да, это настоящие 50 рублей, слушайте. Я себе заберу. Жесть, то, ребята. Что... Надеюсь, ваши родители знают об этом, то, что вы мне такие подарки дарите. Или это не подарок, или это надо вернуть. Слушай, я уж боюсь, что это какое-то это проклятие. Я вообще, знаете, верю такого. Насмотришься вот этой бабки слепой на ТВ-3, и потом боишься всего. Скрипыши 3, да, Мил, говори. Это я хотела сказать, что вот я сегодня получила на контрольной работе 5, да, из-за того, что не знаю, чего она узнала или он, но мне 500 рублей дали. Милана хотела похвастаться, что ей сегодня мы дали 500 рублей за то, что сегодня подвели в школе итоги, вот это четверти, то, что у нас сейчас первый класс уходит на каникулы. Да, по ссылке, по-настоящему. Настоящий. Вот, и это, и Милана, 5 человек из класса, все в классе сколько человек? 36. 36 человек в классе, и 5 из них написали на 5. Отличный диктант. Самый высокий балл собрали. И Милана... заработала самый высокий балл. Представляете, из 36 человек Милана вошла в 5, кто лучше всех написал. Вот. И мы за это дали 500 рублей, а им в школе сказала классная руководительница: заведите себе баночку, куда вы будете складывать деньги, и потом будете считать их. То есть каждый день надо считать их? Нет, нет, она сказала, что вы будете получать денежки за добрые дела и будете на что-то интересное копить. Капиталисты, короче, у нас в школе работают. Я говорю, интересно, родители. Баночку в глобусе нашли. Ну, мы не будем показывать, сколько тут денег. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько здесь денег. Догадайтесь. Если вы внимательны. Не говорите, да. Если вы, конечно, внимательны, сможете посчитать. Все, набирай баночку свою аккуратно. Так, а у нас следующее. Это скрипыши 3. Снова. О, это повторка, ребята, это повторка, это снова инопланетяниш. Так, это что такое? Закупыч патчи. Смотрите, это я нарисован. Очень похож на меня. Слушай, а что это надо открывать? У меня сейчас кот, возможно, напоет на кошку, так что имейте в виду, сейчас, возможно, это будет крик. О, это патчи. Да, я угадал. О. Непонятно, правда, что там нарисовано, но мы поняли, что это патчи. Так, это что такое? Это тоже патчи? Это надо открывать? Такое все маленькое. Ребята, у меня большие пальцы, я маленькие вот эти всякие штуки не могу открывать. О, это мункасины там. Да, это там мункасины внутри, смотрите, какие классные. Так... Короче, у нас практически в каждой посылке бумажные сюрпризы. Это что такое? Это чупа-чупс на палочке? Что это? Что это такое? Это подарок на палочке. Смотрите. Подарок на палочке. Дай посмотреть. Вау. Это карта сокровищ. Видите? Это где золото лежит. Нужно догадаться. Так, это привидение черное с мотором. 10 скрипыши. Это скрипыши 10, что? Это 10-й сезон скрипышей? Да. Интересно. Вот так вот придумали. Сейчас я его покажу им. Вау, это что-то. Это скрипыш. Скрипыш. Так, это Вали написано. Так, Вали подарок. Подарок для Вали. Давайте его откроем. Здесь написано сюрприз. Валюша, ты далеко? Она в туалете. Она в туалете, ладно. Я... О май! Валя меня убьет за это. Я почему?
Смоки, не ешь это. Так, тут какие-то штуковинки. Так, ладно, тут всякие пайетки, блестки и прочее. Ладно, подарю это Вале. Слушай, сюрприз. А ну, Валя будет злая, то, что я тут намусорил. Это я все поняла. Все поняла? Да. Так, потом, по традиции, тут прыгунчик. Наверное, каждый подписчик считает важным прислать мне попрыгунчика. Так, еще бумажный сюрприз. А4 патч открой. О, это А4 патчи, которые я не смог собрать. Мне написали, кстати, что Никита Петряев собрал. Я не верю в то, что это он сам собрал. Мне кажется, это просто это, ну, как бы реклама была Бургер Кинга у Петряева и все такое. Так, А4 патч. А4 патч. А4 патч в посылке от подписчика. Можем так назвать это видео. Так. Это у нас закупыч. Ой, красивый, кстати. Он на магнитике. Ой, это магнит приклеивает. Это можно на магнитик повесить, на холодильник. Мам, повесишь? Хорошо. Повесьте, пожалуйста. И скажи, будет он висеть? Скрепыши 5. И тут закупыч нарисован. Да, ребята, вы ждете скрепыши следующие? Будете смотреть у меня на канале обзоры? Скрепыш пострадал при перевозке. Это, наверное, закупыч был скрепыш. Скорее всего, это был закупыч скрепыш, но он все. Ему хансер-вансер. Далее. Далее какой-то амогус. Непонятно, где его открыть. Висит. Висит нормально? Да. Не падает. Спасибо. Скорее-то веста нету. Непонятно, что это. Это что такое? Ракушка помогает. Ракушка помогает от чего? Ракушка помогает. Так. Это елочка на палочке. И ракушка помогает. Ракушка. Класс. Спасибо тебе большое. Напиши, пожалуйста, сколько тебе лет, мне интересно. Вот. В любом случае, приятно получать от вас посылки. Ставьте лайки, ребята, присылайте ваши посылки. Адрес, куда присылать ваши посылки, не находится заметил. Где, Милан? А, я не заметил? Да. Где находится адрес посылок? В описании, на вкладке сообщества можно найти. Всем пока, а у меня с Моша... Подожди, Милан, я хотел показать, как он это... Как он в коробку хотел залезть. У нас с Моша хотел залезть в вашу коробку, вы даже не видели. Все, с Мошей не хочет сниматься. Все. Я просто снимаю несколько посылок сразу же от подписчиков. Вот, это было первое видео, сейчас снимаю второе. И с Мошей залез и кушает тут все. Нельзя кушать бумажки. Все. Поцарапал тебе? Вот. Кровь идет? Сейчас пойдет. Я пойду Милану помажу. Вот если царапина, я мажу Борой Плюс обычно. У него Милану прям хорошо он поцарапал. Хотя мы ногти ему подстригали недавно. Да? Я хулиган. Тоже недавно ебу. Да? Да? И я себя подстриг недавно. Вот он. Смотрите. Всем пока!